Ну, прекрасно, я тебя поздравляю, что у тебя нет прицепа. Прицеп, наверное, это ты для своей мамы, там, или, не знаю, для общества. Поэтому радуйся, что ты, например, в 40 лет там не женат, и у тебя нет прицепа. Поздравляю тебя, ты успешен. Заебись, четко. Умеете, могете просто. Ребята, а ведь она права. Вот те мужчины, у которых есть проблема с самооценкой, берите, учитесь у нее. Она вам все правильно сказала. Если тебе, ну там пускай 30-40 лет, там 35, да, ты не был женат, у тебя нет алиментов, нету детей, нету назойливой какой-то там жены, тещи, вот этой всей хренотени, да, у тебя нету там дорогостоящей ипотеки, кредитов, как бы, ну особо проблем никаких нету. Ты реально успешен, дружище. Ты по сравнению с сотнями тысяч мужчин, ты успешен. Пускай у тебя даже нету дорогой тачки, дорогой квартиры, у тебя нету долгов, и у тебя нету пиления нервов. Это уже успех в наше время, ребят.